Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здравствуй, Вячеславик. Всем привет. Шон, опять ты на этот раз выбираешь? Слушай, а ты, походу... Мое имя Артём. Я читаю рэп и сильно помешан на нем. Слушай, у этих, блин, надежды побольше, чем у остальных, да? Как ты думаешь? Надежда, да. И одна, и вторая причем. Поворотнее эти да, аварийки, это... блин. Так, давай. Я выбираю Настю. Я выбираю Настю. Я выбираю. Милый, я так рада, что ты выбрал меня. Там понял, кстати, в титрах было написано, что я там... Я так умею разговаривать. Как у всех троих озвучила одна и та же тёлка, походу. А, да? Да. Типа, ничего, разу что мы сразу перейдем на ты. Ну давай, перейдем на ты, да. Мы же скоро вообще, станем так близки. Она должна обращаться к нему на вы. Ты ее специально перебиваешь к нему? Я на этот момент решил заткнуться, сволочь. Ты смотришь на это ангельское создание и не можешь поверить своему счастью. Очень скоро ты сможешь вдохнуть аромат ее волос. На лобке. Просто потому, что ты гражданин своей страны. Не благодаря деньгам, внешности или уму, а просто по праву рождения. Сладкий, правда, есть еще одна маленькая формальность. Какая, какая? Что для завершения процедуры оформления заявки тебе нужно заполнить некоторые документы. Я столько в своей жизни документов не заполнял, сколько в этой игре, ты понимаешь? Что? Какие еще документы? Шок тут! Я просто хочу получить свою альтушку. Ну, чтобы няшиться под пледиком. Я же уже залогинился, что еще нужно? Да. Сладкий, ну не кипятись. Сладкий. Сладкий. Нет, сладкий, ты шо в натуре? Заполним пару скучных документов и сможем воссоединиться навсегда. Давай. Поверь, я и сама не могу дождаться. Что-то у него за далматинский этот поводок. Поводок? Ошейник, точнее. Далматинский, блин. Я помогу тебе и сделаю это максимально комфортным. Это типа Чокер, понял? 101 дермантин. Уж поверь, я это умею. Что она умеет? Свет отражается от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Она подмигнула тебе. Я смотрел на третий раз. Выключай ее, не было. Удаляй все видео, блин. Или это просто игра света, что я в сосну там ебался, какой удалить все видео. Какая разница, кто какой национальности? О, какая она милая. А зубы сводит. Это 100%. Окей, что нужно заполнить? Очень хорошо, давай начнем скорее. На органы нас распилит, я тебе говорю. Это. Немножко скучной бюрократии, и каждый из нас получит то, что заслужил. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Знаешь, откуда это, Сай? Не. Ну и двойка тебе надо знать, блин. Что-то знакомое, но я не помню. Со сталкера. А, нет, тогда не знаю. Ты свою альтушку, а я... Своего мудюшку. Мудюшка. Это, видишь, твой, короче, личный какого, блин. Как их надо? Зритель стендапа твоего, понял? Впрочем... Об этом пока еще рано. Я же сказал, она будет просто постоянно смеяться. Ведь для начала работы мне нужно твое разрешение на использование персональных данных. Конечно. Можно? Еще надо. Пожалуйста. Что тебе сказать, где деньги лежат? Да не говори. А может, то, что тебе еще рассказать, что Земля имеет форму чемодана только без ручки? Да, только что? Без ручки, кстати. Как-то много это научный она факт. Хочет. Тебе не кажется? Да, Сарик, тебе не кажется? Кажется. Да вроде бы это стандартная процедура. Какой ты лох в натуре, да? Там скуф почта, там новости заявления. Тогда или нет? Нет. Да конечно, да. С какого раздела скуф услуг мы начнем? Давай первое. Добро пожаловать в раздел справки и выписки. Ну и еще. Здесь очень много интересного. Допустим, что. Да, действительно, в документах так много интересного. Да, ты что, я прям кайфую, когда. Но на твое счастье, для оформления альтушки тебе лишь нужна пару разделов. Каких? Первым делом нам понадобится выписка из твоей трудовой книжки. У тебя же есть трудовая книжка? Нет. Ты вообще когда-нибудь трудился, сладкий? Шладкий? Нет, шладкий никогда не трудился. Сладкий. Сладкий, между прочим, никогда не работает. Выглядишь первым уставшим. Первым делом, самолеты. Уверена, что ты только и делаешь, что целыми днями работаешь.
Ах, как бы мне хотелось помочь тебе расслабиться. Каким образом? Каким образом? Ну, скажи. А ее не кумарит постоянно так руки сзади держать? Если ты понимаешь, о чем я. У нее просто левая не побритая, понял? И она ее прятает. Да, прятает. Прятает. На несколько секунд ты зависаешь. Работал ли ты? Наверняка работал. Но кем? Когда? Очень странно, почему ты не можешь это вспомнить. Да ты чё, ты меня перебиваешь, Вася? Ты пытаешься сосредоточиться, но выходит не очень. Конечно, потому что Слайк подзвездывает тебе в ухо, блин. Твой взгляд скользит к окну. На карнизе примостился грязный серый голубь. С Славиком зовут. И он такой клювом, такой стучит, знаешь, такой, слышь, сам брат. Ты голубь, понял? Так и говорит, слышь, сам ты голубь. Я орёл. Да, да, только не тот, который высоко. Только не тот, который высоко летает. Который все заборы обсирает, да? Да, да, да. В его глазах ты видишь что-то древнее и хищное. Орла, блин. Говорят, динозавры прямые предки птиц. Да, кстати, курица намного ближе к динозаврам. Ты знаешь это, Слай? Да. Курица не птица. Баба не человек. Интересно, да. Это правда? Осуждаю. Звонкий девичий голос выводит тебя из состояния оцепенения. Милый, ты что, задремал? Нет, что. Скорее всего, у вас есть электронная версия трудовой книжки. Если вы дадите мне разрешение, мы можем попробовать найти эти данные в списке. Ой, что ты говоришь? Да не может быть, блин. Ты что, блин? Ты тебя создать постянно. Да, сейчас полевые тиски получишь, понял? И после этого подгрузить их в анкету. После этого вы правые получить. Да. Нам также понадобится справка о доходах. 2 НДФЛ. Сука, что такое, блин, 2 НДФЛ? Сразу с двух сторон ударить получится ударная волна. Сейчас. Мне просто интересно, что это такое. 2 НДФЛ. Справка 2 НДФЛ. Больше нет. Их отменили несколько лет назад. Теперь эта бумага называется «Справка о доходах и сумма налога физического лица». Хотя все это по привычке называют ее 2 НДФЛ. Название сменилось, но суть осталась та же. Понятно. Как обычно. Справка о доходах. Миллион отмыли. Зачем? Для того, чтобы поменять название. 100%. Дело в том, что программа доступных альтушек предусмотрена только для честных граждан. Постоянных президентов страны и налогоплательщиков. Я президентов услышал. Честных граждан, постоянных президентов страны. Резидентов. Не, ну тут отсылочка, постоянные президенты ихней страны, да, есть-то у них там такая шляпа, усатая. Безусловно, эта система отличается от системы пенсионных накоплений, но в чем-то она похожа. Не переживай, никакие альтушки не повлияют на твою пенсию. Написано на вашу. Ты неправильно, это, опа. Алло. К тому же, о пенсии такому красивому молодому человеку еще рано, верно? Конечно, ты что, в самом соку, я как Карлсон, понимаешь? 40 лет с носу нет. Вообще, стоило бы уже подумать. Ты такой смешной? Да немного, да ладно, что ты, блядь. Чё... Мне очень нравится твое чувство юмора. Уверена, ты хорош не только в этом. А в чем еще? В чем? Ну скажи, давай, скажи это, сука. А, кстати. Да. Ты же покажешь мне свой самый крутой танк. Я тебе еще и дуло от танка покажу, чтоб ты понимал. Милая, я тебе все, что хочешь, покажу. Лошара. Большое спасибо. Подожди, пока я отправлю данные на сервер, сладкий. Давай, сладкий. Загружаю. Лодинг. Это азбука Морзе, я думаю, можно как-то рассчитать это всю движуху. Готово. Прости, что заставила ждать тебя, котик. Да. Нет тебе прощения. Нет тебе прощения. Котик заждался и сдох на лотке. Мы стали еще на шаг ближе к тому, чтобы быть вместе. Блин, фу, она... Зачем это делать? Фу, она такая приторная, фу. Не могу дождаться, когда переступлю порог твоей берлоги. И написываю там прям посередине. Я уже знаю, как мы можем провести время. Как? Как? Какать. Займемся вместе чем-то очень приятным. Сука, озабоченные уроды. Уже очень скоро. Туалет, что ли, покакать сходим? А пока что переходим к следующему разделу. Сколько там еще? Еще 3. Транспорт и права. Как это соотносится с альтушкой? Государственная программа предусматривает передачу альтушек только состоятельным и ответственным скуфам. Понял? Надо права на альтушку, понял? Это потому, что она машина, поняли?
Такой подходишь с этими правами, там, какой-то малолетней подруге, и говоришь, вот, там, типа, я имею право, поняла? Анка, ты ну потом и... тупо просто прокачиваешь ее, понял, там, занижаешь, там, ставишь ей бампер. Ну, так участковому и расскажешь, понял, когда тебя поймают. Альтушка, им ж больше 18 и больше. Имеющим определенный стаж управления сложной техникой. Ну, это сложная техника, на самом деле. В число которой входят также транспортные средства. Что за бред? Да. Действительно, мне кажется, это уже немного лишнее. Вовсе нет. Ты вообще представляешь, как устроены альтушки? Блять, обычная баба. Нет, как? Это высокотехнологичные механизмы андроидного типа. А, я думал, они буквально настоящих баб привозят. Я тоже думал. Они андроидов привозят. А я думал, сова. И что потом? Типа, если сиська отвалится, надо ее правильно вкрутить, я же не могу понять. С интегрированным искусственным интеллектом. На яму поднял, понял. На яму. На кирпичи поставил, понял, и все. Поддонкратил ее, и все. Регулируемые через специальные переключатели. Ты вот специально, да? Коробка передач называется. Специально, да, и вот пытаешься ее сбить. Она будет дергать за коробку передач. За твою? Ехать. Да. Заказал бы себе такую? Да. Что, да? Всех троих сразу. Нифига себе ты, блин, это... адаптированный, конечно. Расположенные на сосках. О, опа. А, это джойстики. Это от джойстики, наверное. И не только. Ого! Ого! Правда? Может быть и правда, а может и нет. А может быть и кривда. Да, можно. Давай вернемся к делам, хорошо? Давай. У тебя есть действующие водительские права? Да. Да, но... Слушай, Скуф, мне в принципе все равно. Мы понял, на нее... Не, реально, вот привезет тебе эту подругу, Слайк. Ну, типа, альтушку, андроида. Ты на нее залазишь и такой, арабская ночь. И наоборот этого казино. И звук такой, ошибка. Если ты не хочешь, можем ничего не заполнять. Просто разлогинься и занимайся дальше своими скуфными делами. Нет, ты понял. Ты когда, короче, вставляешь звук флешки, такой, талэн. Достаешь, такая, и ты такой, на здоровье, абу, абу, приходи. Ты хотела сказать скучными? Я точно не пропаду. Знаешь, какая электронная очередь скуфов на альтушек сейчас? О, уже повторяется, уже повторяется. Да, да, да. Уже было такая. Ну, вот и славно. Подгрузить водительские права в заявку на альтушку. Ну, попробуй. Загружаю. Рискни. Еще немного. Сраный скрипт. Готово. Спасибо тебе. Ты делаешь меня счастливее с каждым заполненным пунктом. О, еще два пункта. Здоровье — это очень важно. Сейчас опять про спидак будет, походу, что-то расспрашивать. Мой будущий спутник жизни должен быть в хорошей физической форме. Ты же в хорошей физической форме. Он в хорошей химической форме, разве что. Ну, не наговаривай на себя. Я уверена, что ты прекрасно выглядишь. Это уже было, я просто скипаю так потихоньку. Посмотрим. Так, простили смысл... здоровье, нам надо, понадобится доступ скипать к твоему полису ОМС. Вот, что-то по поводу полиса не помню. А еще? Когда ты последний раз проходил медосмотр? А, было, было все. Не помню. Так же самое, предыдущая альтушка такая же была. А что? Получается, третья самая такая файная получилась, да, подруга? Альтушке подойдет только здоровый хотела пользователь. Кажется, ты очень давно не проходил медосмотр. Да не плачь, не плачь ты. Знаю. Слушай, если они андроид, что они запарятся, что у меня какая-то болячка может быть? Что они боятся? Вирус занесешь. Как трояна, да, какого-то, блин, я загнал. Давай пройдем быстрый онлайн-опрос. Вирус Петя, там, Чернобыль. Думаю, этого будет достаточно для скуфной бюрократии. Скуфная бюрократия. Готов? Готов. Когда ты последний раз к чему-то был готов? Проживая свою маленькую, неторопливую жизнь, ты уже давно ни к чему не готов. Разве что к тому, что завтра все будет так же, как и вчера. Да, наверное. Отлично. Если тебе станет совсем скучно, вспомни, что мы уже совсем скоро будем вместе. Если тебе станет скучно, Славик, тебя на... Переходи на наш, ты, Вася, канал.
И ты сможешь делать со мной что хочешь. Да. Все, о чем так давно мечтал. Например, кончить на си. На сигарету? Да. Потушил, так понял, короче. И запычковал, короче. На синтепон. Синтепон. Да, было дело, было, да. Ни слова больше. Да, даже то, что ты подумал. На чё оно в скобках? Итак, начинаем наш опрос. Давай. Первый вопрос. Какой у тебя рост? Прошлый раз мы 1.85 выбрали. 2.70. Ого, ничего себе. Хорошо. Хорошо, да, нравится? Если честно, мне всегда нравились мужчины невысокого роста. Блин, прогадали, Слай, прогадали. А, они, наверное, хотят на подводную лодку или в танки забрать, понял? Да, да, да. Что-то в них есть такое... Нужны танкисты. Приземистые. Приземистые. Всегда мечтала переспать с дворфом из фэнтези. Нифига себе, это гномы. Это кто такие? Гномы, гномы. Понял. Интересно, любит каково гномиков. Это? Гномиков. Ну, приезжай. Следующий вопрос. Каков твой вес? Что, а, какой вес? Это я метр сколько выбрал? Давай метр. Какой ты богатырь? Записала. В смысле? Не понимаю тех, кому нравятся дрищи. Ну, все правильно, мы с Лайком не дрищи. Всегда любила крупных мужчин постарше. О, Сайк, это как раз к тебе. Может быть, это просто комплекс электро? Что за комплекс электро? Ну, типа, сорвиголова, понял. Из-за... Незакрытый гештальт. Ох, прости, я опять отвлеклась. Она же за это говорила, помнишь, тоже? Нет, та другая говорила за это. Не, в смысле? Вот так говорила, что типа ее рыжая, там... Рыжая, типа? Да, да. Ну, видео посмотри, узнаешь. Переходи на наш канал. Да, да, да. Подпишись, лайк уже сколько можно. Нам же нужно поскорее закончить эти глупости, чтобы могла поскорее к тебе приехать. Приезжай. Далее. Хронические вирусные заболевания. ВИЧ, гепатит Б и С, герпес. Все это есть, да. Наличие. Правда? Какой ужас! Может быть, у меня тоже есть герпес, а я и не знала? Да. Блин, теперь весь день буду думать об этом. Блин, блин. В этом глупом современном мире нельзя что ли вообще жить без болезней? Конечно. Как тупо. Ну так это еще про ковидло не знаешь, ты что? Ты неожиданно для себя подмечаешь, когда она сердится, то нравится тебе еще больше. Как мило собираются морщинки у нее на бровях, как чудесно дергается маленький носик. Дрожат губки, розовеют щечки. Скоро ты сможешь прижать это милое создание к своей массивной груди. Продолжаем. Гастрит? Имеется. Сухой кусок вчерашней пиццы неспокойно переворачивается у тебя в желудке от такого вопроса. Ты невольно вспоминаешь свое меню за последние годы. Могут ли чебупели по скидке считаться здоровым питанием? Сухарики со вкусом вкусом холодца, Вася, и хрена, да, вот эта тема. Есть только один правильный ответ. Все в порядке у меня с желудком. О, Сак, опять у тебя. Я туалет захотел. Странный звук разрезает воздух. Трудно сказать наверняка, что это. Урчание в животе, пердеж. Может, где-то внутри у тебя пытается вырваться наружу соль? Точно нет. Да. Милый, что такое? Я хочу какать. Ты опять отвлекаешься. Я откакливаюсь. Пожалуйста, сосредоточься. Чем раньше мы закончим заполнять заявку, тем раньше ты сможешь начать обладать мной. А, понятно. Не то, чтобы я этого очень хотела. А, то есть нет, да? Ой, что это я такого говорю? О, смотри, попаяло, походу, все. Вот ее звериное нутро. И на нее, ну. Аж страшно. Так она, походу, теперь срать хочет, а не мы. Да. Так или иначе, это в наших общих интересах. Ну, ты так что сказала обратно? Зубы у тебя в порядке? Дареному коню зубы не смотрят, между прочим. Ты ощупываешь языком остатки верхних зубов с правой стороны сверху. Древнейшую пломбу на нижней левой пятерке, когда ее ставили в пятом классе.
Ай! Это уже было, это мы знаем. Это что, кариес? Так что там с зубами? Кариес там, все. Все окей. Почти. Соврать, сказать правду. Ну что ж, как есть. Что там у нас дальше? Там борода дальше. И последнее. Слушай, а что размер члена не спрашивают? Что-то да, спрашивали, сейчас не спрашивают. Не нужен. Не нужен, да? То есть комбата в сраку ебать. Состоишь ли ты на учете в психдиспансере? Если состоишь, боюсь, ты не сможешь получить альтушку. Интересно, как это связано. То, что я на этом сайте сижу, уже как бы в моем психологическом здоровье показывает, что там децл осталось. Не состою. Как ты вообще могла подумать, конечно, нет. Я и не сомневалась в этом. Ты производишь впечатление очень адекватного молодого человека. Конечно, молодой 40-летний человек. Все правильно. Молодежь просто. Я даже представить себе не могу, что должно произойти, чтобы человека поставили на учет в дурку. Понимаешь, ну молодой 40-летний парень, он идешь мимо парка, они с колоночками там стоят, такие одноразочки глушат, все нормально там. О, кринж там, туда-сюда, ты что, скуф этот прошел старый. Со мной такого никогда бы точно не случилось. Да-да-да-да-да. Разве что если чрезмерную любовь к сексу с полными и не совсем обратными мужчинами средних лет объявят психическим заболеванием. Ты настелила, конечно. Сайк, ты позвала бы? С другой стороны, у каждого из нас есть девиации, ведь так? Да. Ты Абу позвал, еще раз спрашиваешь? Не. Ладно, о чем это я? Абу. Отлично, мы закончили. Давай перейдем к следующему разделу скоп услуг, чтобы продолжить подачу заявки. А, я думал, это последнее. Сралкер. Сталкером заколебал уже. Осталось немного, мой дорогой. О, да ты что, давай. Ну, раз так. Как, это так мило. Загранпаспорт тебя не спасет. Написано. Ого, ты уже дорогой. Неплохо. Немного важной информации, и мы сможем быть вместе. Давай. Кстати, что тебе нравится в девушках? Что они являются девушками, как минимум. Ну, мне нравятся красивые, умные девушки. С чувством юмора, самостоятельные. Небритые. Ага, это же все про меня. А, ну ладно, тогда все. Так вот, что у нас там дальше? Раздел регистрации и паспорт. Ну? Паспорт твой у нас в услугах уже есть. Нужен актуальный адрес проживания. Опять разводила его. Опаньки! Ну и все. Приехали. Что опаньки? Адрес нужен для доставки. Доставки меня. Интересно, а как это военкомовцы придумали скрипт, который читает это через экран мысли человека? Да-да-да-да-да. Что? Ты тоже его слышишь? Кого? Слышу кого? Ты сказал опаньки. Жопаньки. Я отреагировала. Я, по-моему, повторяюсь, да? Предсказуемое чмо. Я ничего не говорил. Нет, говорил. Да не говорил я. Нет, не говорил. Нет, говорил. А, сейчас опять рэпчик. Это батл. Раунд. Нет, не говорил. Не-не-не. Нет, говорил. Ладно. Раунд. Итак, мне нужен твой актуальный адрес проживания. У меня нет микрофона. Если я наушники сейчас швырну об стену. Он совпадает с адресом регистрации? Брыцы нафиг микрофон. Да, очень сомнительно. Меня терзают смутные сомнения. Славик, мне кажется, там карась. А нет никакой функции самовывоза. Не, Славик, мне кажется, там окунь рыжий. Тебе не кажется так? Ты мне не веришь? Как мы можем быть вместе, если ты даже в такой мелочи мне не доверяешь? Ну все, расходимся, блин. Вот как вот, тумбочка между кроватями и вся фигня. А что если она права? Здесь нет никакого подвоха, просто стандартная процедура. А ты совсем одичал, сидя в своей берлоге и играя в танки. Разучился общаться с нормальными людьми. Хотя кажется, ты никогда и не умел. Алло! Полбу не дал. Кажется, я никогда возможно, не видел ты просто людей. Еще не готов получить свою альтушку. Так сейчас два придут, если мы правильный выбор сделаем. Да-да, нормально. Вот эти придут. Да я... Да-да. Просто веди свой актуальный адрес. Но помни, это адрес, куда доставят меня. Если ты укажешь фейковый, ты просто не получишь альтушку. Так я сейчас Славика напишу. А ведь ты уже почти заполнил заявку. Я приезжаю. Да-да-да-да. Ты, конечно, можешь пропустить раздел, но ведь тогда мы не увидимся. Я думаю, барон в армию тоже хочет. И варить кашу там будет. Да, 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 да.
Подожди, а тут дальше мы уже, по-моему, ничего, да, исправить не можем. Ты не помнишь? Или мы можем? Не, ну это последний, по-моему. Я просто думал, может, в этот... Попробовать разлогиниться. Ну. Разлогиниться. Это, блин, еле прочитал. Попробуй. Я просто не помню, как в прошлый раз было. Я думаю, что один хрен, это везде все стандартно. Всегда приходят одни и те же. Одни, а ты думаешь, другие? Да, да, не а знаю. Ну давай разлогинимся. Я бы сделал бы, понял, на каждую разный прикол. Там одна, например, бы взяла кредит на тебя, понял? Вторая бы там военкомат, третья еще что-то. Ну, не знаю, чисто придумал бы какой-то... Ну, ты же не разработчик, поэтому и не придумал. Ну, ты сам, ты сам. Так что, разлогиниться с сайта или как? Да, давай попробуем. Ну, это конец будет, я так понимаю. Она не даст, я думаю. Не даст? В принципе. Разлогиниться, да. Да, зашел в игру, и она такая, типа, милый, прости, пожалуйста, это что за прикол, блин, нормально, ну что, ну это интересно получилось, слышишь? Да. Я не хотела на тебя давить. А вот так нечего было, мы в казино с Лавиком играли, в Нью-Вегас. Пока тебя не было, я нашла еще одно альтернативное решение. Да, говори. Ты можешь забрать меня в ближайшем пункте выдачи скоф-маркета. Не понял. Такая опция действительно есть. Вот это другое дело. Ввести адрес ближайшего пункта выдачи скуфторга. Спасибо большое. О, не могу поверить, что это все. Это все. О, да, есть еще одна мелочь. Надо привязать свою карту к скуф-услугам. Зачем это еще? Это просто формальность. Ну тут, походу, возьмут кредит. На случай карантинного обслуживания. Но карантинных случаев еще никогда не было. Просто разработчики забыли убрать это из прошлых версий. В общем, открой вот эту ссылку, пожалуйста. Там нужно будет завершить процедуру оформления. Давай, давай. Окей. Что такое? Что это было? Что? Я ничего не заметила. Смотри, сюда нужно ввести данные твоей карты и нажать «Окей». Ай, блин, и по левый сайт такой же открылся. Да-да-да, скуф-услуга. Ой, началось. Она хочет денег. Да-да-да. После подтверждения у тебя спишется 1 рубль для подтверждения карты. Да, 1 рубль. 1К рублей. Не, ну а чего? Не, ну а чё? Ну, то есть... Альтушка за 1 рубль. Честная сделка. Вот это я понимаю, государственная программа. Да-да-да. А, нельзя, понял? Закатаю обратно. Ты такой крутой? Да, я крутой. Так быстро ввел? Конечно, наизусть знаю, между прочим. Ты что, помнишь номер наизусть? Да. Ты такой умный. Я на самом деле действительно знаю свою карту. Продиктовать слайк? Смотри, тебе сейчас придет код подтверждения для привязки карты. Введи его, пожалуйста. После этого процедура оформления будет завершена. Скажешь три цифры? ЦВ-код. И срок действия карты, да. Пускай все знают, люди будут скидывать тебе деньги туда, слышишь? Да-да-да-да-да. Завтра я проснусь, и у меня будет большой-большой сюрприз. Я тебе скажу, что ты не успеешь заснуть. Этот смс отправлен для завершения процедуры привязки к новому аккаунту. Пожалуйста, не сообщайте этот код никому. Да чё мы вводим? Наконец-то. Что ты, мать, поменялась в лице? Как же я устала притворяться милашкой. Ну, ты видно, что ты бич. Бич. Какой же ты все-таки тупой. Ну, пляж, в смысле пляж, да. Тебя развели. Куда смотреть, в какую камеру смотреть, где меня развели? Да-да-да. Только полный идиот мог повестись на старый фишинговый трюк. Ты же видишь, что сайт даже не похож. Он кривой. Что? Если бы ты знал, сколько вас каждый день таких самодовольных идиотов. Не, ну смотря сколько с карты сняли, на самом деле, ну там сняли, да, например, там пару тыщенок. Это лучше, чем когда, как его, военкомат тебя забрал. Почему вы думаете, что можно жрать всякую дрянь, не мыться и не следить за собой? Опа, а что там и на личности перешли? Волновать не должно тебя. Ну, ты что, ты думаешь, мать? Играть когда в танки хочу, вместо саморазвития. Так танки это тоже саморазвитие, ты чё, бля? Ты хоть танк один назови, бля, нормальный. И при этом получить девочку просто потому, что вы залогинились на сайт? Как обычная стандартная услуга.
Блин, а Тиндер шо? Не, не такая же шляпа усатая, как и... Нет. Что, больная или что? Рекламу не делаю сейчас, понял? А, да, нет? Рекламу не делаем. Свяжитесь с нами. Ты должен представлять из себя хоть что-нибудь, чтобы заинтересовать другого человека! Я являюсь тоже человеком. Как тебе, а? Красота. Я есть человек. Богатство. А, то есть ты решила, да, вот с таких трех карт зайти? Так а ты сама таким обладаешь? Богатством, там, например, ладно, красота у тебя. Она считает, что только да, мужики только... должны. Хотя бы один пункт. Так я все три составляю, ты что, мать? Лучше два. А, ну в идеале жизнь все проходит три. Так. В идеале родился. Все три, да? Чтоб дышать, понимаешь? Родился, был во всем виноват и умер. Да, жизнь все правильно. Мужика. Ну, все правильно. Да. Видишь, что ты пишет, в идеале все три. Ну, ей, чтобы дышать, понял, было проще. Да, не, да, ну, да. Нет, чтобы хуй со рта достать, не, да, надо, да, чтобы да, дышать да, нормально, да. Ей надо вот эти. Господи, какой же ты жалкий. Ой, ты, пошла ты нахер. Если бы я сейчас разбазарил бы с тобой, я бы тебя развалил, как бы в черепаху. Меня совершенно не мучает совесть. Так а ты и так с ней базаришь. Так у меня совести нет. Прощай. Давай, пока. Что? И сердце остановилось. Несмотря на мелкие недопонимания, Скуф и Альтушка Настя уже очень скоро стали лучшими друзьями. А после дружба переросла в нечто большее. Что чешет? Ну? Настя переехала к Скуфу, и они каждый вечер очень хорошо проводят время. Если вы понимаете, о чем я. Mm-hmm. Настя рассказывала Скуфу все свои мечты и секреты. Он просто тихо любил ее, как умел. Как умел. Как мел, понял? Да. Оказалось, что Настя умел, прирожденный повар. И на смену сухарикам и чебупелям в рацион Скуфа пришли изысканные явства. Там же видел Тимати как-то там это рекламу там чебупели, чебупицца, не. Чебупели. Скуф набрал еще 8 кило, но ему было же все равно. Да. В принципе, ему всегда было все равно. Жизнь окончательно наладилась. Шикарно, шикарная концовка. Но все это чёс. Это неправда! Реальность вот эта жестока! Да, мы в курсе. Вот это. Что такое? Мы обнаружили подозрительную... Мы обнаружили подозрительную в вашей... Подозрительную, что подозрительную? В вашей учетной записи. Возможно, ваш пароль был взломан. Пожалуйста, посетите центр сертификации. Не понимаю, что случилось. Подозрительную альтушку, что? Сейчас поймешь. Проверь, как там с деньгами. Как там обстоит вопрос с деньгами? Замерев, ты открываешь сообщение на телефоне. Замерев. Как? Замерев. А. Замерев. Новое сообщение. Скуф банк онлайн. Вас только что украли все ваши деньги. Так банк и написал, понял? Вас только что украли все ваши деньги. А какое именно количество? А как же альтушка? Скуф еще не знал, что мошенники уже начали оформлять микрозаймы на его паспортные данные. О, вот оно. Вот это истинная концовка. Да. Хоть разное. А интересно, если бы ты там согласился дальше, то тоже был бы военкомат или все-таки вот эта вся херня? Блин, не знаю. Ну, уже два раза военкомат мы видели, так что вот хоть какая-то другая концовочка. Ну да, потому что я, реально, ну я бы сделал бы на каждую разную концовку, так намного интереснее. Так там, наверное, на Ксюхе тоже была другая, может быть, какая-то еще. Наверное, та же самая херня. У нее типа есть две концовки, типа либо военкомат, либо на тебя. Доброе взяли. Утро! Скуфы! Скуфы! Но, как говорится, да. Да. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. Ну а Слайк с вами прощается, да, Слайк? И не давайте никому свои данные, 100%, 100%. И вообще данные. Всем пока. Всем пока.